Отражение. Знали, вот. Отражение 10% заряд во время кулачного боя. Заряд мне нужно будет и тут надо бы. Угу. Дура свет, давайте. Когда-то они меня уложили на этот стол. Мох и травы, у меня от одного запаха голова кругом идет. Эскель заходил. Трис без сознания, но состояние стабильное. И то хорошо. Я решил, Волк. Мы уходим из Каэр-Морхен. Нас тут больше ничто не держит. Хорошо. Когда отправляемся в путь? Сначала мы должны подобающим образом попрощаться с Лео, но только после того, как придет в себя Трис. После битвы с магом она без сознания. Без сомнения, она захочет поговорить с тобой. А потом в путь. Бандиты. Да, надо окончательно решить этот вопрос. И надо также приготовить эликсир, который поможет Трис восстановить силы. Придется немало побегать, чтобы найти компоненты. Тут ничего подходящего не осталось. Я этим займусь. Как мне сделать этот эликсир? Ламберт даст тебе формулу и скажет, где искать компоненты. Он около камина с нашей храброй чародейкой. Ламберт? Он ведь ее ненавидит. Думаю, он чувствует себя виноватым. Первое, что услышит Трис, когда придет в себя: «Наконец-то ты проснулась, Мэри Гольд». Это ведь Ламберт. За работу. Позже я научу тебя добывать ингредиенты из монстров. Я буду в главном зале. Хорошо. Сейчас придет на пункт знакомки со свитками или на особо-то здание, чтобы увидеть ваше следующее здание. Здание электрический включим, заменить на карту. Ага, хорошо. Ник. Лео погиб под рукой Фигура, говоря бы, мне надо затруд на самом деле замки есть в том же. Мне ведь маки 30 порядка мне. Найти Ламбера. Ага, вот это огромное. Ладочка. Рисунки. Нет. Ну, не перед ревюсер. Простите. Значит, ну, та лаборатория и карман персонаж. О, 30-30. Нифига себе, какая карта большая. Одна карта. Ух, шепчущий камней. Может, ты мне ничего не дашь? Ну, пошли, потому что нам дальше есть.
Что-то случилось? У меня нет времени. Я пытаюсь сделать эликсир для Трис. Пузырек с белой чайкой можно найти в оружейной на втором этаже. В спальне на втором этаже в сундуке возьми кальций Эккуум. По виду он похож на белые камушки. Могут быть еще недобитки. Найди отставших и убей их. Нам тут пленные без надобности. За этой дверью есть лестница. Я бы пошел, но Меригольд лежит у огня без сознания. Где мне найти кальций Эккуум? В сундуке, в спальне. Где мне найти спирт? Белая чайка лежит в сундуке в оружейной на втором этаже. Это помещение, в котором полно оружия и манекенов. Ты его узнаешь. Мне нужно кое-что тебе сказать. Что произошло? Лео, бандиты убили его. Он не был готов к такому. Какая потеря. Мы выследим их и отомстим за Лео. Бывай. Вы можете сами изготовить эликсир в зимней медитации. Ничего не спросили. Необходимые ингредиенты. Хорошо. Смеешь бросать вызов саламандрам? Ты перешел мне дорогу, Лирио. Только я не понимаю, как на кухне кто-то остался. Сейчас ты у меня завизжишь. А где у меня меч? Да, он их жестко делает.
А, это комната 30, похоже. Ну ничего, 30 вернулись, не надо будет. Перешел мне дорогу, умрет. Химер, книга писающих химер. Телефон минерал, отлично, телефон минерал. Мне больше интересно. Потом говорить про химер. А, внутри еще значит книгу тебя. Запись, ага, хорошо. Пьяную булочку. Куда молоко. Ладно, понятно. А, теперь нет. Надо посмотреть, как с химерами драться. Сюда спинчик встали из рыбы, так бы очень сильно громкий скачет, так бы преимущество химеры является бы, как надо химеры стараться сбить, причем кусок земной суммы, как химера, а химера, класс и кусок. Значит, можно ее просто отхитрить, и все. Это что у нас? Книга. Антивиняч, папа, доказывается, не просто точки зрения обычно для писательных каждый. О. Один час, один час. Мерзит. Да.
давайте используем что-то плавное. Может быть, возможно, это сделаем. Что хоть плавать умеет? А, нет, просто нельзя, ну ладно. Смотри, окно под зажжёнку, чтобы войти в режим медитации, огонь будет зажигаться сам свой, если у вас есть камень. Если у меня вас нет, вы можете дать рефицеры под знаком везде. Это как делать заклинание? Слангентик был всегда, и теперь на правый сланг. Слангер там, а. Слангер там, а. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Сделано. Ингредиент у меня. Бандиты мертвы. Отлично, я тебя сейчас научу. Но чтобы сделать эликсир, этого недостаточно. Надо еще две вещи. Тебе понадобится коготь сильного чудовища и ласточкино зелье. Весемир скажет тебе, где их найти. А теперь я дам тебе формулу. Было нелегко. Наверху я нашел несколько мародеров, но... Это не проблема. А вот до Ламберда таки добралась Химера. Но ничего серьезного, к счастью. Хорошо, что ты пошел за Трис и справился с магом. Кое-какое оборудование ей удалось спасти, но главные компоненты исчезли. Я знаю, наша прекрасная чародейка была права. Ты хорошо все сделал. Возьми это оружие и меч. Я их держал для тебя. Ламберт дал мне формулу. У тебя должна быть белая чайка и кальций экуум. Что дальше? Тебе понадобится ласточкино зелье. Можешь взять его у меня. Плюс коготь монстра, например, химеры. Чтобы освежевать тушу, возьми острый нож и разрежь кожу вдоль туловища. Потом останки химеры на верхнем дворе. Когда снимешь шкуру, отдохни у огня и сделай эликсир. А, слюна, чё, спросили, да? Да. А что, если я перепутаю ингредиенты? Придется искать новые. Где? По поводу когтя и ласточкиного зелья обращайся ко мне. Алкоголь есть у Эскеля. Кальций я видел где-то на втором этаже. Сделай все правильно, не напортач. Это не трудно. А есть еще ведьмаки, кроме нас? Когда-то было еще две школы ведьмаков. Но с тех пор, как я последний раз о них что-то слышал, прошла уже уйма времени. Ты видел всех ведьмаков, которых я знаю, кроме Беренгара? Я его знаю. Не думаю. Он необщителен и выбрал свой, отличный от нашего путь. На самом деле...